шикарное решение для Mercedes V-класс, 447 кузов, Vito. Ставим вот такое отдельное кресло, оно устанавливается по штатному, подаешь только плюс-минус. Смотрите, в нем катается атаманка, все максимально комфортно, управляется штатными органами управления. Убери, пожалуйста, руку. Спинка отклоняется очень далеко, подголовник поднимается, опускается. Также есть электромассаж, вентиляция, подогрев, все что угодно. И даже крутится вокруг своей оси. Что еще может быть нужно для максимального комфорта? Обращайтесь. Вот смотрите, почти максимальное положение. Можно разложить кресло и лежать в нем. А теперь его просто собираем с помощью кнопок. Не собираем, а взводим в исходное состояние. Теперь это просто комфортное кресло. Смотрите, какая классная тема. В этом V-класс поставили вот такое вот кресло, которое независимо работает от автомобиля. Смотрите, в нем работает атаманка. Органы управления все находятся под рукой. Также опускание. Поднимание. Работает также подголовник. Все многофункциональное. Также есть массаж, подогрев, вентиляция, любые варианты. И также кресло еще крутится вокруг своей оси. Наверняка вам понравится такое шикарное решение быстрой установки, готовое к обращению.